Бывший грузинский президент больше не грузинский гражданин. Михаила Саакашвили лишили этого статуса в соответствии с законодательством. Гражданство лишается любой человек, получивший его в другой стране. Саакашвили с недавних пор гражданин Украины. Покинув родину, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, экс-президент сначала коротал дни в США, но кроме преподавания так там и ничего не нашел. В итоге осел в Одесской области, где возглавил местную администрацию. В Минюсте Грузии отмечают, по закону Саакашвили мог рассчитывать на двойное гражданство, если бы объяснил причины получения второго паспорта. Но он этого не сделал.